Центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней. А мне милей не шумные, милей одноэтажные, от их названий светлей. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давние ведут меня они. И может на сиреневой, а может на каштановой, не на этих улочках, тогда на Луговой. С любовью встречи с первою, негаданно нежданная, и вновь бродить до полночи я буду сам не свой. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я подстою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давние ведут меня они. Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней. А мне милей не шумные, милей одноэтажные, от их названий ласковые становится светлей. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давние ведут меня они. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давние ведут меня они. Христиан, адвентистов. Не знаю. У нас в Магадане она стоит до сих пор. Как Серега говорит, там эти сидят, которые разведчики. Да нефиг им вообще в нашей стране делать с этим инородным цирком. Да, кстати, здесь очень много, смотрю, переходов пешеходных.
Здесь вообще асфальтом назвать вот это? Асфальта нет. Вот это вот образование на дороге непонятно. Тут этот дом сдали, такой крутой, блин. Слушай, мы когда приехали, его только делали, здесь было а все загорожено. Да где-то тут, везде. Здесь сейчас, везде. Вот. Сейчас... Да, ты можешь найти, куда поставить машину. Я да, не вижу, здесь лучше. Рынка. Ну вот рынок, это весь рынок. Зря ты не зря. Да, мы направо там. Да, да, мы там где-то ставили машину, главное найти где. Да, так был. За деньги. Нас бесплатно тогда не пускали, а мы чуть не умерли. Какой-то он добрый закрытый был, не русский да? Нам дал денег с Наташей, мы сходили, да. Добрый, молодец это такой. Нечто. Да, рынок. Это мы хотим посмотреть Коничево. Что в нем изменилось? Ничего. Что, на рынок едем? Едем, мы, оказывается, едем на рынок. Посмотрим этот район, лодка идет. Правда, не поймешь, какую сторону она идет, когда направление у нее сначала, по диагонали. Потом будет. Тут вообще в районе рынка некоторые ходят по дорогам. Это парковка вот эта? Да. Или что это? Да. Ну, как-нибудь выйдем. Смотришь, все чужое, ничего не знаешь. Ну, это не наш район, поэтому... Ой. Ну, да. Свой микроклимат. А ну вот наряду с новыми домами, смотрите, сколько тут старых, да, вот давно построили. Но такие. Они не такие старые, как наши. Наши. Нет, ну, это 80-е здесь. Это более свежее, чем старые, у вас да. Однозначно. У нас вот дома нашего 60 будет. Ага. Ну это хрущевочки тогда в 60-е ими и застраивали, по-моему, все города. Зато многие получили квартиры. Ой, Сид, куда гонишь? Куда гонишь? Да он же красный. Я думаю, может, ты не видишь его. Я вот никогда налево не ездил. Никогда. Давай налево съездим. Ну вот справа у них здесь тоже типа рынка. Торговый центр да, какой-то. Да, и какой-то вот у них там квартал. О, что-то еще строят, загородили. Я не помню, было это или нет. Мы там с тобой поворачивали налево, но с той стороны. Вот когда вот ты едешь с той стороны, ты уезжаешь в ту сторону. А сейчас ты не уедешь в ту сторону. Я развернусь. Да, здесь вот именно тоже еще какой-то, видишь, торговый центр. Один торговый центр, второй торговый центр, тут одни торговые центры. Видишь, себе на развороты тут прется. Короче, туда дача, там новый микрорайон. Там красивый дом. Называется он какое-то поле. Княжье поле. Да. И там большое уже такое. Поле менее современное. Какие большие дома. Как Москва. Не старые, не как у нас. Ну, не новые. Ну, вот, чтобы отсюда в центр города попасть, надо задолбаться. На чем туда ехать? Никогда там люди ходят. Сколько туда ехать, непонятно. Ну, как живешь на другом конце Москвы. Да. Но это еще ничего, это современно. Здесь тоже расширяют что-то. Сними эти штуки. Бери их вообще, чтобы их не было. Мне очень легко снимаются. Угу. Они просто сейчас не дают возможность ехать. Здесь нету в дороге вперед. Как нету? Что ты врешь? А что она зачеркнута? Стрелочка была вперед, перечеркнута, поэтому я и подумала. Так, не пугай меня, короче. Так, ставим телефон. Алиса! Через 600 метров поверните налево на магистральную улицу. За скуки помрешь тут. Ну район зеленый, конечно. Он зеленый. А где у них тот район, где новый дом построен? По нему легко выехать. Где он, знаешь? Дальше. Он направо там. И
повернули налево. Но мы сейчас вот повернем налево и уедем в Приокск. А почему не знаю, Сереж? Сейчас посмотришь. Я просто не знаю, про какой ты дом говоришь. Который взлет самолета нарисован. Новый, строится, здоровый. Он один единственный здесь, больше некуда смотреть. Да. Это эта дорога? Да. Поверните налево. У нас здесь, правда, стоп. Если это дорога, значит это хорошо, потому что она новая здесь. Мы его уже объехали. Ну, здесь тоже такие помойки, боже мой. Это кто-то строительный мусор там выкидывает. И мужики ходят прямо по дороге. Да? А, нет, вот он дом точно, я наврал. Я где-то тут. Значит, справа там 5 мол, да? Да, он напротив, да. Не тыкай. Я поняла. Просто нужно тыщу. А с этой стороны, вот за этими дачками, или я не знаю что, железная дорога. Да, железная дорога и дальше Московское шоссе. Это Приокский. Он, видишь, мам, строит, да, новый слева. Дом. Здоровый центр такой. Всегда возвращайтесь домой. Да, да, да. Да, это когда самолет летает, они видят вот этот дом. Для них это написали. Ой, смотри, как а он. А ты в Дягилево не была, да, вам не отличие этим воякам тоже сделал. Угу. Я так нравится, как он вообще сделал. А, ну сделал. Ты понял, Дима, да? Парк. Поверните направо. Чего? Парк. Понял, друг Дима, парк. Вот мост уже. Октябрьский, в принципе, да. Даже я назвала. Через 300 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Ой, как тебя тут трусит вообще дорога. Это мы уже выехали на нормальную местную дорогу. То была хорошая, это вообще бибец. Нет, там объездная у них молодцы. Объездная хорошая, да. Мне, чтобы центр сделать, а это вот туда. А я, блин, вот так вот. Может, когда-нибудь сделают какой-нибудь жизни.